Привет, мои хорошие! Я хотела снять вам наш скромный Новый год. Ко мне приехала мама. Мама! Здравствуйте! С Новым годом, с наступающим! Всех поздравляю! Да, сейчас мы собираемся... У нас такой скромный столик. Ну, классика. Это у нас оливье. Мама приготовила дома, еще принесла и пюре, и говядинка. Так как говядинка, много белка, нужно же есть витаминчики. Ага, а пить мы будем... Фрутоняня. Так как мы не пьем, мы обе не пьющие женщины, поэтому мы будем фрутоняней закидываться. С нами маленький мой, конечно же, я его не покажу, но я могу показать его ноги. Столик у нас очень скромный, то есть смотрите, да, у нас оливьешечка, уже пюрешечка все наложено, помидорчики, огурчики и фрутоняня, ну конечно же, в бокалах. А как вы думали? Та-да-та-да-там. Пить хочу. С наступающим Новым годом еще раз поздравляем. Да, всех. Это мы сейчас провожаем Старый Новый год. За внучка, которого ты родила в этом году, в 16-м. Самое большое событие, которое было в 2016 году. На всю жизнь запомню. Давай. Спасибо. С прошедшим... Ой, с... За ушедший, за уходящий 2016 год. Да, вот если бы не мама не сформулировала. Ура! Ура! Малявка, ты с нами? Ой, так долго я не ела и не пила. Давай кушать, садись. Хочу есть. Сейчас мы покушаем с манявочкой, посидим. Я все равно, видите, одела корону. Хотя и такие корона и такие кухонные полотенца сзади. Но это Селена. Селена в своем репертуаре. Селена Вселенная на своей кухне. Вы знаете, что мой любимый называет меня Селена Вселенная? Это так трогательно. Он вообще говорил, назови канал не Селена своя, а Селена Вселенная. Я говорю, блин, ну как-то совсем уж пафосно звучит, правда? Я лучше говорю, ты меня так ласково называешь. Селена Вселенная. Так, все, мы пошли кушать. И, ну, если будут у нас какие-то события... Если будут у нас какие-то события здесь в квартире, мы обязательно с вами поделимся. Ну вот, мои хорошие, мы поели и попили, и время 10 часов. У нас уже спокойной ночи, малыши. Пойдемте, покажу. У нас уже выключен свет. Ёлочка горит. Мама малого укладывает. Он спит, ест, спит, ест. Телевизор у нас вот работает. Естественно, мы смотрим ТНТ. Ну что делать мне? Я не знаю, что мне делать. А так бы сейчас в кутеж куда-нибудь. Я хотела на самом деле спеть для вас песенку, но как у меня красивый макияж, видите? Блестит. Давно хотела сделать бёстки. Хотела спеть для вас, но я начинаю петь, малой начинает плакать. Либо ему не нравится звук, который я издаю, либо я не пойму, в чем дело. И что делать? Что вы делаете, вы, интересно? Кто дома? Не, на самом деле я не парюсь по этому поводу, что что-то не так. Все нормально. Я уже хочу сама умыться. Просто мне хочется для вас что-нибудь снять. Я больше, мне кажется, за вас переживаю. Хотя что переживать? Вы за себя переживаете, а я за вас. Мне хочется показать картинку вам классную. Ой, смотрите, как тут все вспышки. В общем, бенгальские огни. Не взяла, видишь, ни бенгальских огней, ничего. Ну, вообще. Блин, и мишурубу сейчас покидала бы, может, этот конфетти. Но я уже убралась. Не буду кидать конфетти, никак потом убирать все это. Я же попылесосила и отпарила, продезинфицировала всю квартиру. Так и к Новому году готовлюсь. Вот. Так что такие дела. Сейчас буду для вас монтировать. Может потрещать о чем-нибудь, а? Потрещать о чем-нибудь. Даже не знаю, о чем. Подожди, 12 часов уже надо встретить, потом уже вам скажу. Конкретно 12 часов, как я, да, буду устроить? Ладно, подожду еще.
А что я сейчас буду делать, пока буду ждать 12 часов? А я пофоткаюсь. Вообще меня бесит этот праздник. Я пофоткалась, кстати. Выложу в Инстаграм все. Так что, кто есть, заглядывайте. Посмотрите, как я время убивала 2 часа. Не люблю этот праздник, Новый год. Почему? Потому что на самом деле все не работают. Все становится. Блин, у меня столько дел. У меня там еще... Ну, в общем, мне надо работать, трудиться и, в общем, заниматься делами. И люди должны вокруг работать. А тут раз и отнимают целых, я не знаю, сколько дней. Сиди кукуй дома. Я знаю людей таких, что, которые вообще, ну, работают даже. Они не могут так много отдыхать. Им нужно работать. Ну, особенно, кто любит свою работу. Или кому дома делать нечего. А мне просто нужно, чтобы все работали. Я люблю, чтобы все как часы вот это вот происходило, и ничего не менялось. Вот это вот... Не, когда я работала, конечно, когда я работала, я любила тоже вот эти вот праздники. Или когда училась, любила. А сейчас, блин, все встало, почта не работает, а я жду столько посылок классных. Вот это вот я больше всего не люблю. Ну, как бы, не люблю ждать. Вот что я не люблю. Много что в жизни люблю, чего не любят другие, но вот ждать я ненавижу. Хотя у меня есть терпение. Ладно, что, поскидываю пока то, что есть. Полазю в Ютубе. Может, сериальчик свой посмотрю, как раз-таки я его смотрю. Блин, опять вчера смотрела, смеялась так. Думаю, блин, ну как могут? Вот эти сериалы крутые, на самом деле. Которые такие вот все уже, которые посмотрели. Блин, я обожаю, как вот у режиссера хватает вообще вот головы, чтобы придумать это все, вот такое подать, и чувство юмора, и снять это все, и актеров подобрать. Я счастлива. Большое спасибо режиссеру. Я смотрю сейчас сериал «Бесстыжие», и я просто тащусь. Я редко когда улыбаюсь сама с собой. Ну, смотрю и смотрю, внутри там переживаю что-то. Но этот сериал, где я реально могу даже в голос посмеяться, думаю, блин, ну почему со мной рядом нет, блин, подруги в этот момент, или кого-нибудь, или любимого, чтобы можно было поделиться этим впечатлением. Класс. Наверное, подумайте, что это я в одном месте снимаю? Здесь просто самый лучший свет. Если я вот так становлюсь, я уже какая-то некрасивая. И да, я корону, глянь, забыла одеть. Это вот говорит о том, что в моей голове, да? Сняла корону, короче, такая. Забыла одеть вообще. Короче, я сейчас, наверное, это... Умоюсь, уже разденусь и лягу телек смотреть. 15 минут только прошло. Сейчас 15 минут 11. Что-то еще хотела сказать, забыла. Ладно, пойду я переоденусь. Дорогие мои зрители, мои хорошие, вот так мы отмечаем Новый год. Через полтора часа уже будет Новый год, и, в общем-то, мы вот так вот лежа на кровати его и встретим. А как вы Новый год встречаете? Сейчас зайду в Инстаграм и посмотрю, кто где. Так интересно, хоть за вас порадуюсь. А я на кровати с мамой и с маленьким. Да, малыш? Да? Чего ты моргаешь мне? Ты скажи. Вот, мои хорошие, бьют уже. С Новым годом вас поздравляю. Мы лежали все это время на диванчике, смотрели ТНТ, забили куранты. Малой так испугался, мой мальчик маленький. Я его к окну поднесла, чтобы он успокоился. Вот он стреляет все, и он плачет, боится. Мой хорошенький. Все, пошла его успокаивать. Дорогие мои, люблю вас, целую в новом году. Постараюсь много-много всего интересного для вас придумывать и веселого. Желаю, чтобы вы были счастливы. И в Инстаграме, в общем, все пожелала вовремя. Все для вас. Я вас люблю и счастья вам.